двоякие ощущения. С одной стороны, Реймс повыше в таблице, с другой стороны, второй тайм Монако гораздо лучше играл. Какие мысли после матча? Ну, понятно, что нам нужна победа. Мы играли на победу, были моменты, как мне показалось, что гораздо больше, чем у соперника, но мы не забили и подвела реализация, наверное. Я думаю, что чуть нужно было похладнокровнее отнестись к каждому моменту и должны были выигрывать. В первом тайме у вас супер момент был. Почему решили делать прострел? Вот сейчас не было мысли, что надо было пробить? Ну да, понятно, что после эпизода думаешь, лучше бы пробил. Но мне показалось, ну я посмотрел, увидел там Лопеша одного. Я думал, что отдам передачу на пустые ворота, но там, ну как, ускорился защитник и перехватил пас. Конечно, если бы я это знал, я бы ударил, но принял решение такое. После замены к вам подошел физио, я смотрю, голеностоп чуть перемотан, это что-то, замена была связана с этим? Ну, почувствовал, еще в первом тайме попали по голеностопу, все тот же, когда получил еще травму летом, не до конца еще зажил, тем более еще попали, там, поэтому, ну, замену, я думаю, что да. Ну, к матчу с Paris Saint-Germain? Да, ну, максимум один день, может быть, и остальное, ну, нормально все будет.